Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Дзен-канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте начался новый конкурс на вот такой вот прекрасный дигл. Ссылочка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте. Народу участвует очень мало, шансы выиграть очень большие. Помимо скинов CSGO, мы разыгрываем еще и ключи на игры. Каждый сможет выиграть. Поэтому залетайте, обязательно участвуйте в этом конкурсе. Ссылки, повторюсь, опять же, есть в описании под этим роликом. Всем желаю приятного просмотра и всем желаю удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. Так, продолжаем. Собственно, в этом видеоролике хочу сделать обзорчик на новую упаковочку от московского картофеля. Довольно-таки упаковка приятная, довольно-таки красивая. Собственно, что-то типа коллаборации, я так понимаю. В общем, вот такая вот упаковка чипсов. Московский картофель со вкусом бекона. Шоу Воли. Что-то пиши Паше. Судя по всему, короче говоря, какая-то коллаборация, какой-то там, возможно, конкурс, хрен его знает. Кто мои ролики, в принципе, смотрит, те знают, что я, если даже делал обзорчик на основную упаковку чипсов, если что-то изменилось, ну, упаковка или там этикетка поменялась, я в любом случае делаю переобзорчик, так скажем, в плане вкуса, в плане чипсов, например, или энергетика, без разницы, какой товар, продукт. О чем я там говорил, я уже забыл. Блин, так смешно. Так, в общем-то. Блин, реально, я уже не помню, о чем я хотел сказать. Ладно, не суть. Давайте, в принципе, переходить к обзору. У меня на чипсы эти был обзор. Вот, собственно, этот ролик. Кому интересно, превьюшка, название. Если интересно, то можете, в принципе, перейти и посмотреть. Ну, можете прям в интернете набить, еще в конце написать задрот 100 левела. Спокойно найдете. Московский картофель бекон. Прям в Гугле или там, где на Яндексе. Или какая у вас там поисковая система, я не знаю. В общем, не суть. И 100% натурального картофеля. Покупал я в магазине. Красная и белая. Блин, цену я вот точно не помню. 100 рублей, что ли, они стоят. Что-то такой диапазон вроде цены был. Да, что-то такое было. 100 рублей или даже дешевле. Масса у нас 130 граммов. Да, даже, наверное, дешевле. 100 рублей. Яркий вкус, яркие эмоции. А, вот, вспомнил как раз-таки. Если вот, допустим, изменилась упаковка даже, то в любом случае я переделываю обзорчик, делаю, да, на новую упаковку, новую этикетку. Дабы убедиться на 100%, что не изменился вкус, например, там, или не изменилось еще чего-нибудь, там, чипсы, может, жестче стали или еще что-то. Ну, короче, вы поняли. Вспомнил, о чем хотел сказать. Так, сделано в России, как тут написано. Ну, собственно, русский бренд, оно и понятное дело. Недавно, кстати, делал тоже обзорчик вроде как от московского картофеля компании вот этой. Они бренд держат Twister вроде, если не ошибаюсь. Только в пятерочку завозят. Вот как раз недавно делал. Но, опять же, неточная информация. На канале сможете спокойно найти этот ролик. Twister, если кому интересно, чипсы. Вот, вот этот ролик, если интересно. Можете глянуть, в принципе. Превьюшка, название. Так, ну-ка, что там было? Нормально.
Нормально двигаемся, нормально. Так, что тут есть такое интересного? Из российского картофеля яркие насыщенные вкусы без ГМО. Главный приз — билет на шоу Паши Воли. И еще много крутых призов, мерч, продукт и так далее. Организатор акции ООО «Промо-групп». Вот тут какие-то условия, типа того. Понятное дело, я ни через этого делать не буду. Мне, в принципе, насрать. Я буду только чисто тестить и пробовать. Собственно, поехали. Упаковочка, говорил, не говорил, красивенькая. Довольно-таки прикольно. Просто зацените это мясо. Хоть это чисто. Кстати говоря, еще у материала упаковочки, он как будто другой. Упаковка более приятная такая, по ощущению, на ощупь. И внутренняя упаковка как будто изменилась. Блин, московский картофель, он изменил упаковку реально. Либо они делали вместе с этим, в коллаборации с кем-то, с компанией. Так, ну по запаху, понятное дело, бекон. Такая вот первая у нас чипсинка. Хм. Зацените цвета какие-то. Это для чего? На каких-то чипсах приправа бекона имеется, на каких-то нет. Упаковочка, кстати, просвечивает. А, не, мне кажется. Мне кажется, да. Подожди, не, нихера. Реально просвечивает упаковка. Фига. По поводу чипсов, кстати. Вот не помню, в предыдущем обзоре на эти чипсы, что было у нас. Но чипсы такие, как правильно сказать, как будто как пластик, что ли. Какие-то такие прям, блин, не могу даже слов подобрать. Четкие, что ли, прям какие-то четкие, прям. Качественные, что ли. Не знаю, были ли такие же, как и в той упаковке. Но в этой они прям такие жесткие какие-то. Приправа бекона, в принципе, нормальная темка. Очень вкусный бекончик. Вкус его. Мне нравится. На некоторых чипсах, в принципе, бекончик имеется. На некоторых нет. Но имеется в виду приправа. Блин, реально... Ощущение, как будто пластик, что ли, какой-то. Некоторые чипсы. Вот прям эти чипсы ем, и какое-то ощущение именно странное. А так, в принципе, в целом все нормально. Даже учитывая, что такое, как будто пластический какой-то пластик. Вкус, ой, вкус говорю. Как будто материал пластикового. Когда жуешь его. Даже если учитывая это, все равно чипсы вкусные. Но есть чипсы, которые, они такие помягче. В любом случае, оценка с моей стороны 5 из 5. Чипсы мне очень сильно понравились. Прям такие вкусненькие. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр.
ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.